От царской России до наших дней. Вековой юбилей перешагнула первоуралочка Мария Степанова. Со 101-м днем рождения ее поздравляют дети, внуки и правнуки. Пожелать крепкого здоровья пришли представители администрации. Юлия Томилина узнала у Марии Антоновны, в чем секрет долголетия. День рождения Мария Степанова должна была отмечать 30 января. Именно эта дата значилась в документах. Но в 1918 году, когда к власти пришли большевики и страна стала жить по новому григорианскому календарю, родители внесли правки. Вот уже больше века Мария Антоновна празднует именины 17 января. Нормально. Со 101-м днем рождения именинницу поздравляют родные и близкие. У Марии Антоновны четверо детей, 8 внуков и 14 правнуков. Посмотрите, это вот внуки все. Там правнуки. И правнуки, и внуки, все они тут, они все. Жизнь Марии Степановой простой не назовешь. Родилась она еще в дореволюционной России, в Северном Казахстане. Когда исполнилось 14, семью раскулачили и сослали на Урал. Уже в 15 девушка начала работать. Пережила Мария Антоновна и Великую Отечественную войну. Младшая дочь именинницы Ольга вспоминает, как мама искусно научилась шить и перешивать старые вещи. Детство же такое не очень у нас было. Мама раз... Старое, ну оно как нормальное пальто-то, ткани-то сильно, хорошие были. Перелицевала, новое все там подставила, и я опять выброжала в новом пальто. Мария Степанова почти всю жизнь проработала бухгалтером. Счеты до сих пор всегда под рукой женщины. Привычка вести учет деньгам осталась у нее на всю жизнь, как и придерживаться четкого распорядка дня. А еще делать 1000 шагов ежедневно. Правда, с недавнего времени только по квартире. В чем ваш секрет долголетия? Да, работать надо. Ходила все пешком. Сегодня секретами долголетия именинница делится не только с близкими. Поздравить Марию Степанову приехал заместитель главы администрации. Особо отрадно и приятно поздравить долгожителей, которые прожили более 100 лет. Это люди, которые строили наш город, люди, которые писали историю. Не только нашего города, но и истории нашей страны. Большая семья вместе за одним столом – это лучший подарок для именинницы не только на 101-й день рождения. Юлия Томилина, Денис Неугодников. Новости Первоуральск.